Ah, vai te cuidar. Жеті атасын білмеген, білген ұл жеті жұрттың қамын жер. Жасы келін қызындай, жақсы күйеу ұлындай. Енді қара. Жақсы келін қызындай, жақсы күйеу ұлындай. Это говорится про то, да, то, что хорошая сноха она тебе как дочка, хороший, да, жених он тебе как сын. Қызым саған айтам, келінім сен тыңда. Это, например, у казахов так говорят, когда, допустим, енешки хотят сказать, да, своей келінке, что-то, да, объяснить, но говорит через свою дочку. То есть, как будто дочке говорит, но говорит на самом деле вот снохе келинге. Так. Келесе. Вот, например, ине уткен жерден, жып утер. Ине мен жып что это? Ине это у нас иголка, жып это веревка, да? Ну, нить, нитка. То есть, где пройдет иголка, там пройдет и нить.
Әдепті барла, әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала. Жеті. Болды, болды, қостым, звукты қостым. Сіз шығып кетіңіз деп түсіндірдім. Деп айтпай қойын енді. Так. Енді қазір біз мәтін оқимыз. Потом мәтін бойынша мы будем с тобой составлять вопросы. Ал оқи ғой. Түлкі мен ешкі. Түлкі ол кім? Түлкі это лиса. А ешкі это? Ал, оқи ғой, слух.